Муше было 11 лет, когда началась Великая Отечественная война. Сестре было 16, а брату всего 3 года. Родители были крестьянами и жили в селе Винницкой области. Там, где они жили, было много евреев. Муше, его сестра и брат осиротели сразу после вторжения нацистов на территорию Украины летом 41 года. Мать перед войной за месяц поехала в Одессу лечиться и застала там война ее, где немцы ее и убили со всеми евреями, там рядом поселение. Отца призвали в армию, где и погиб, и мы остались трое детей на плаву, без родителей, без никого. Таким образом, сразу пришли немцы, дом наш забрали, нас выкинули на улицу, у нас был большой дом, и мы остались одни. В доме, где жил Муше, жило много людей. 16 человек ютилось в маленькой квартире его тети. Санитарные условия проживания были ужасные, учитывая большое количество людей, скопившихся в одном месте. Болезни стали неотъемлемой частью их жизни. У меня сестра заболела сыпным тифом, а немцы очень боялись, где сразу на дверях сыпной тиф, никто не заходил. Несмотря перед этим у нас забрали и одеяло, и подушку. Мы остались, как говорят, все, что было у нас, все забрали. Вот. Но санитарные условия были ужасные, таким образом, что я заболел сыпным тифом, я остался там же, и многие от нас заболели. А сестру даже забрали, потому что боялись, что она настолько была, видно, больна. У нее была длинная коса красивая, ее обстригли. И вот, и потом через месяц что-то она вернулась. Конечно, не имея никаких лекарств, ничего, эта болезнь очень долго продолжалась. Кругом убивали всех евреев, уничтожали. Просто за то только, что они евреи. Мы жили не от центральной дороги, жили километров 5. Таким образом, нам удалось спасти, создали гетто. И нам удалось там, как говорится, выжить. Кругом горели села, дома. Все было очень тяжело. Немцы сделали 6 глубоких больших ям, где убивали живых, закидывали в ямы. 2 ямы сугубо для маленьких детей. Вот убивали. И очевидцы там, что остались, вот, видели, как эти ямы дышали долгое время. У меня еще была тетя в Тульчине, она попала в очень тяжелый лагерь Печора. Она оттуда 2 раза пыталась убежать, ее уже приговорили к расстрелу. На 3-й раз ей удалось сбежать, и она пришла в наше гетто и вместе с нами прожила вот. Лагерь в Каменце-Подольском был основан немцами в июле 41 года и действовал более 1,5 лет до февраля 43-го. Это гетто было одним из первых на оккупированной территории Советского Союза. Задачей немецких лагерей являлось просто убивать. Несмотря на то, что на территории Украины находилось около 160 концлагерей, лишь некоторые из них просуществовали до начала весны 43-го года. Лагеря закрывались просто потому, что никого не оставалось в живых. Это просто было чудо, что мы остались живы, потому что так, как можно вообще было выжить в таких условиях, таких, где нечего кушать, нечего, как говорится, пить, нечего, вообще жизни никакой не было. Когда немцы ушли, к нам пришли румыны. Ну, румыны вообще вот это... Они все забирали, все, что видели в домах, все забирали. Я помню, мы лежали, у нас было одеяло, мы втроем, я, братик и сестра, вот в углу лежали. Пришли, увидели одеяло, содрали и забрали, остались. Это было зимой, холод.
остались без одежды. Муше со своей семьей эмигрировал в Израиль в 1990 году. Вместе с другими узниками они создали группу поддержки из 120 узников Холокоста. Собираются вместе на праздники и дни рождения. Каждый год они вспоминают жертв Холокоста и зажигают 6 свечей в память о 6 миллионах убитых евреев. Главное, чтобы это не повторилось. Вот что. Что помнили, чтобы другие люди, другие государства знали, что вот, что это все может повториться, если быть в стороне. Мы лично вот очень довольны, что мы находимся в такой прекрасной стране, как Израиль, что она есть на этом свете, такая маленькая страна.